Всем привет, с вами Диск Эррор. Сегодня мы продолжаем играть в Dishonored. Что же нас ждет? Меня, в общем-то, предали. Я сейчас в каком-то мирочке, ну, как бы в потустороннем. Ничего удивительного. Вот ты на обломках затопленного города. В плену Дауда. Человека, который убил твою императрицу. Ах, он засранец. Твои друзья отравили тебя и бросили в реку. Почему? Возможно, этим они пытались защитить себя, сделать так, чтобы никто не узнал об этих делах. А может, от власти над империей их отделял лишь шаг, и они знали, что ты не позволишь манипулировать тобой. Или ни то, ни другое. Может быть, такова человеческая природа. Я не знаю, он пытается их оправдать или пытается мне... Это все? Я попал в этот мир только ради того, чтобы вот услышать его вот эти вот росказни. Крыса! А ну! Она ушла. Блин, почему бы меня сразу не убить? К чему эти сложности? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Тутух! 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 Нет, еще один. Я убил мыша! Ну, с другой стороны, может, я этого и хотел. Пам-пам-пам, пара-пам-пам. Клинок ассасина. О, нифига. Даут. Быть может, эта история с Корво и Маской умело организованная подстава. Но... Наисвятейший... О боже. Новоиспеченный лорд Регент Хевлок во всеуслышание объявил, будто у него есть доказательства того, что Корво и Человек Маски одно и то же лицо. За его голову назначили 30 тысяч монет, но если Корво и вправду Человек в Маске, и это он сделал все то, что ему предписывают, награду должны удвоить, коль скоро мы взяли его живым. То может выторговать еще больше, не сомневаюсь. А, ну понятно, в общем, этот, как его, нас просто решили больше денег стрясти с народа. Послание Дауни, это музыкальное устройство, которое мы сняли с тела смотрителя, пока она работала. Тело смотрителя, пока она работала. Мы не могли применить специальное умение, я считаю, что вам нужно поближе взглянуть на это устройство. Ага. То есть это сэры-ассасины... Этот, как его называют, пронюхали, что вот что-то не так с этой штукой. И то, что она тоже их заставляет плохо чувствовать или что-то такое. Ассасины, как я понял, они тоже имеют вот эту вот силу. Тихо. Ну, то есть сила имеется в виду... Здрасте! И как я тебя душить буду? Еще один. Здрасте, и как я вас всех душить буду? Может, мне не надо вас душить? Пом-п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 ом. Так. Куда дальше? А, ну да, похилиться надо было. Так, давайте посмотрим сначала, где... А, амулет вообще в той стороне, поэтому... Странно, что они такие матерые, супер-крутые ассасины, да, но при этом не слышат, как кто-то применяет магию, или не слышали, как я выбивал люк. Жалко мне их. Придет злой вот этот вот... Дауда. Как сыр Гауда. Вот, и, в общем-то, начнет... Я не знаю, там, искать, кричать, наверное. Вот, что вы бараны. А они не виноваты, в принципе. Виноват-то я, что я такой скользкий и скрылся. Так, кто в теремочке живет? А! Ужасно, ужасно. Это же... Это ужасно. Арбалетный болт. Только мне его сейчас некуда девать. Так, надеюсь, здесь все чисто. Где этот амулет? А, он не здесь даже. Блин, а я надеялся.
Вот там где-то. Может, все-таки как-то через вот эту крышу сюда надо попасть? Что-то я... Что-то я сомневаюсь. Мне что-то подсказывает, что сейчас меня еще и крысы съедят. Out of order. А, можно было просто другой путь к снаряжению. Более короткий. Тан-тан-тан-тан. Что такое? Что такое? А! О божечки ты мой. Какая-то фигня. Какой-то вентиль, что-то он делает. А, дверку открыл. В логово. Ну, мне, наверное, сначала свое снаряжение надо все-таки забрать. Давайте, хорошо, давайте войдем в дверь, несмотря на то, что там какие-то страшные звуки. Так. А, нет, подождите, оставаться на причале. Здрасте, приехали. Мне нужен этот костяной амулет. Воу. Воу-воу-воу-воу. Полегче, ребята. Так, амулет, 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 амулет. 13 метров. Ага. Так, долетели. Так, плакальщиков нет? Нету плакальщиков. Оп, костяной амулет. 8 штук! Офигеть просто, запах крыс. Нападают только тогда, когда вас совсем близко. Не знаю. Я особо с крысами-то и не якшаюсь. Дневник. Ну вот, удачи тебе, дневник. Ага, ага. Ага, а вот здесь уже куча плакальщиков. У-у-у, не. Не-не-не-не, увольте. Увольте меня, я с вами... Ё-моё. Здесь прямо целая куча этих плакальщиков. О, монетки. Нам-нам-нам-нам-нам-нам. Хлебушек. Странно, почему у плакальщиков был хлебушек? Они же вроде не кушают. Ауч. Тихо, тихо. Тихо. Давайте-ка сделаем вот так. Кохаяс. Да, вот тот еще... Ну, здрасте, приехали. Тут. А, нет! Воу! Вот сюда, все, отлично. Так, все. Наверное, надо было сразу так поступить. Так, а здесь еще есть интересного. Костяной амулет, руна. Ну, хорошо. Нет! Недолет. Здрасте. Ну, ладно, я уже определенно облажался в плане того, что... в плане того, что без палева пройти. Я попробую пройти все-таки без палева мимо охранников. Вот, а именно тех самых, да, там, всех ассасинов, все это, то есть до такого я доводить не буду. Вот, ну, плакальщики, это уж извините. Не могу сказать, что больное место, но как-то они слишком... Слишком уж интересно расположены все. Алло, откройте. Как мне туда попасть? Нам-нам-нам-нам-нам. Так, так. Не долетел. Тихо. Нормально все. Попробуем еще раз. Так. Так. Может, здесь есть какое-то логическое объяснение, как туда попасть. А, например, по этим балочкам. Ну или не по балочкам, а вот по этой лестнице. А я там что-то парился. Вообще, я считаю, что это нечестно, что меня плакальщики вообще палят.
Ну как нечестно? Ну это как-то, да. Плакальщики же никому не рассказывают, что они меня видели. Воу. Я думаю, вряд ли они побегут к стражникам и будут говорить, а, типа... Вы знаете, у нас тут ваш преступник ошивается. Вы бы его, это, взяли бы. Так, не забывайте, что лестница всегда должна находиться в сложном состоянии, за исключением прохода сменщиков и экстренных ситуаций. В противном случае это может привести к порче оборудования или гибели людей. В случае возникновения экстренной ситуации основное питание будет отключено. Чтобы восстановить подачу питания к панели управления, воспользуйтесь запасным приемником справа от вас. А! Ага. Ага. По-моему, я в начале игры такое делал. Воп. Вкусненько. Осталась одна проблема. Как эту штуку туда закинуть? Черт! Я знал, что это плохая идея. Блин. Ладно. Значит, придется по старинке. Карабкаться, как вор. А! Может, где-нибудь еще такой же блок есть? Не могли же они так поступить? С такими косорукими, как я. А, во, выдача. Отлично. О, отлично. Вот это другой разговор. Бум-бум-бум-бум-бум. Так, сейчас я буду экстремально аккуратным. Максимум аккуратности. Тихо. Пум-п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 ум. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. О, отлично. Шлеп. А чё с трубами-то? Нифига себе. Вот это да. Вот кто бы мог подумать, да, что такой хитрый механизм складывания труб. Это вообще кошмар какой-то. Так, ага, еще забраться надо. Так. Ага. То есть куча ассасинов охраняет мои шмотки. То есть серьезно, да? Что-то у меня все больше руки чешутся, всех этих засранцев просто почикать. А, да, ребят. Так, передайте вашему начальнику смены, что на каждый обход выделял инженера, тут что-то постоянно кряхтит. Так, ладно, ничего интересного. Видимо, нам просто нужно сделать то же самое. Ага, нужен пустой бак. Криминал! Оп, оп. Вообще очень интересно, да? То есть вся энергия здесь поставляется в баках, однако почему-то они не сделали прямую подачу этой... О боже, что? Песня «Брось его голодным крысам, брось его голодным крысам». О боже ты мой. Сундук в мешок и бросить за борт. Ой, ладно, все. Мне хватило этих увлекательных песен. Так. Ну чё там? Подом. А, ну конечно, здесь ещё целая куча плакальщиков, куда ж без этого. О, привет! Так. Шлеп.
Так, и. Да, еще и костяной амулет. Так, тихо, верни. Эх ты, а где он там? Вот черт возьми. Возвращаться придется. Как обычно. А! Нет, не упал. Нормально. Давай, быстро. Быстро, 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 быстро. Все, мои шмотки, все. Нет! Запрыгивай! Не, он меня все-таки запалил. Но благо он мне ничего не сделает. Надеюсь. Вообще, они, по-моему, еще плеваться могут. Да что ж такое? Эй! О! О! Надзиратель! Как мы с тобой встретились-то, а? То есть, видите, оказалось то, что мы его заклеймили... Не надзиратель, прошу прощения, а смотритель. То есть, оказалось, что мы его заклеймили, и это оказалось хуже смерти. Благо я выжил. Забавная встреча. Вот видите, если бы я по стелсу проходил, я бы, наверное, никогда бы его не увидел. И мы бы не знали, что с ним стало. Вот, а он присоединился к своим друзьям-плакальщикам. Блин, я боюсь, что это где-то... Тут где-то там, за стеной, что ли? Мне опять сюда надо. А, ну все, хорошо. Все оказалось достаточно близко. Так, амулет. Быстрый боец. Оружие не замедляет вас. Сердце буйвола, запас маны, духовность. Нет, не стоит. Ну, я не улучшил все эти, как его, слоты для костяных амулетов. А еще я застрял, да? Нет, благо здесь можно выбраться. А то бывает такое, застреваешь в играх, да, ты там прошел вроде куча, да, а сейчас прям, да. Так, ну давайте направимся прямиком к логову. Все нормально, я не сдох. Хотя бы очень близок к этому. Блин, сколько тут солдат вообще? Кошмар. Крысы не кусают плакальщиков. Интересно, почему? Или они считают его... как это называется-то? Их своими? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ассасино! Так. Будем аккуратнее. Нет, нет, только не падай! Нет! Ну, я... Он точно сдох, да? Ладно. Ну, я обещал, что больше никого не убью. После того одного человека, которого я скормил нашему лодочнику... Я сказал, что все, ни одна душа больше не погибнет от моей руки, поэтому я не могу этого оставить так. Это был великолепный солдат. Чш! Тихо. Не палите меня. Я не забыл посмотреть. Ладно, даже если здесь что-то было, фиг бы с ним. Эй! Вот это издевательство, честно говоря. Я уже и так много натерпелся. А мне еще и ключ надо.
Может, у него есть ключ? У кого из вас ключ? Признавайтесь. Что-то я второго не вижу. Ну, втором уже хуже. А, он отдохни. Нет, он без сознания, но он не утонул. Вот, три монетки. Рум-пурум-пурум. Прямиком в логово. Ой, как они здесь вообще выживают? Чем они питаются? Нашими криками. Так, еще одна руна. Хотя я уже не знаю, зачем мне руны, честно говоря. Что у нас там? Умения какие-то можно, да, еще прокачать? Превращается в прах. Которые вас не заметили, обращается в прах. Увеличивает число очков здоровья. Накапливает запасы. Да, в общем, одна чушь осталась, которая мне реально не пригодится на протяжении моей игры уже. Ага. И палит меня. Зараза такая, палит. Так, ладно. Так, ладно. Так, поехали. Значит, что у нас тут? Один. Один, два. Три, четыре. Один меня уже почти запалил. Нехорошо, нехорошо. Так, вот я вижу какой-то лаз. Примерно так. Вот вы серьезно сейчас, да? То есть, подождите. То есть, разработчики такие, типа... мы сделаем трубу, чтобы он подумал, что можно на нее запрыгнуть. Но на самом деле на нее нельзя. Вопрос тогда, зачем ее делать? Так, я оттуда пришел. Может, что-то здесь интересное есть? Потому что мне очень не хочется с этими четырьмя жбанами драться. Это не входит в мои планы. Оп, оп. Ага. Понял. Давайте. Давай, прыгай. Засранец. Так, вот мы и в доме. Не знаю, что мне, конечно, это даст. Ага. Ага. Ну, я к ним чуть поближе подошел. Может, я их сейчас тут по одному и передушу. Сейчас еще посмотрю на всякий случай, есть ли здесь... А, да здесь можно дальше пройти. Ну, в смысле, выше подняться. Поэтому я думаю, без понта мне вообще с ними встречаться, несмотря на то, что там руна, да и черт бы с ней. Потому что руны мне уже, в принципе, не нужны. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, да, это будет сложновато. Ладно. Давайте попробуем все-таки пробраться. Воу-воу-воу-воу-воу. Нет, не уходи, не уходи! Теперь ты мой. Вообще жалко, наверное, что нельзя, допустим, в руки взять вот эту шарманку, да, и просто начать на ней играть. Все эти сбегутся, типа, а, что там, силу нашу отбирают. А ты такой подбегаешь и шлеп-шлеп-шлеп такой, и вроде как всех перебил. Туалетик. Несмотря на все это, ребятки-то культурные. Туалеты ходят. Подумай над своим поведением. Нехорошо быть ассасином. Ух ты. Так.
guard who was with the Empress seems in trouble. Yes. I feel that we've reached a turning point. Да, нечто важное сегодня произойдет. Куда он пропал-то? Подождите. Ишь, хитер, бобер. Мне надо было чуть поближе к нему подойти. Так. Попом-попом-попом. Так. Отлично. Эх, сколько усыпляющих дротиков. Так, ладно, этот яд нужно использовать, когда нужно... А что это такое-то? Письменный стол. И здесь закрыто. Ё-моё. Где ключ, пацаны? Прикольно, он учит его, краса. Интересно, у меня также получится? Очень хорошо, я не заметил, как ты подошел. Теперь покажи перенос. Сосредоточься на том месте, где хочешь оказаться, и действуй. Мастер, который учит всех ассасинов, оказался более бестолковым. Вообще, мне казалось, да, что чем выше твой уровень, да, тем лучше ты, ну, я не знаю, на расстоянии, ну, вот точно так же, да, с таким же зрением сидишь и тусишь постоянно, чтобы всех палить. Ну, видите, как оказалось. Пам-па-па-па-пам. Так, подождите. Костяной амулет. Как тебя взять? Да, что-то я, походу, дело пропускаю сейчас этих костяных амулетов, потому что я тупо не знаю, как к ним идти. Да и не нужны они мне, в общем. Опять же, столкнулся в игре с тем, что как бы ты набираешь какой-то свой минимум амулет. Не, вообще это правильно, когда так делают. То есть, по сути, тем самым разработчики сказали, что типа, неважно, сколько ты собрал амулет, ну точнее, ты можешь собирать не все. Как бы наслаждаться игрой. Вот, честно говоря, это просто как бы поиск этих амулетов растянется, я думаю, это на несколько часов. Вот, с моим-то везением и удачей. Вот, поэтому я вот такие вот сложные амулеты, хотя сейчас, наверное, начнется, да, там типа, да ладно, несложно их достать, там это... Ну это вы, это вам несложно, вы знаете, где они, а я что-то как-то не особо. Хотя, может быть... Кстати, да, я совсем забыл про руну. Руна, кстати, там же находится. В тех же дебрях. А может быть, мы, кстати, здесь сейчас и это, как его... здесь сейчас для себя все и найдем. Ёбни. Не убивая, чуть-чуть, что там не убивая, совершить месть Дауни, так, подожди, не убивая, показать Дауни, что вы способны украсть кошелек у него с пояса и уйти, не тронув его. Ну давайте попробуем.
Так. Ай, сколько тут книг. Он, наверное, любит почитать. Так. Как же это будет сейчас? Мне как-то надо телепортироваться так, чтобы он меня не пальнул. So you've lost it all. Ruined at last. Lord Regent, Royal Spy Master, Hiram Burrows. You small, worried man. You'll never know how many times I've thought about trying to get close to you again. Just to put a piece of sharp metal in your eye. But now there's no need. You've been taken down by the same apparatus that gave you life to begin with. Я это смог. Так, куда теперь уходить? Выход в туннель. Окей. Дауни, я доволен, Корво. Конечно, вы могли бы пригодиться, но надо отдать должное вашей смекалке. Свалить всю вину на него – это здорово. Упростит вам дело. Надеюсь, вы останетесь довольны гонораром. Ага, ага. Ага, гонорар 100 золотых монет. Отличный гонорар. Ну ладно. Я думаю, это тоже неплохое место. Возможно, я даже доберусь до руны. Наверное. Нет? Ну ладно. Да, это очень-очень забавно. Я вообще на самом деле подумал, что поначалу... Ай-яй-яй. Записка, которая была в этом сундуке, адресована мне. Ну типа он подозревал, что так будет. Хотя... Да что ж такое? Да ё-моё. Вот прям вот вымерили разработчики длину этого прыжка прям вот ровно, чтобы ни на что не попадать. Там еще палит кто-то. А, там еще внутри пару. А, нет, это выше, на этаж выше. Нормально все. А, нет, на самом деле я косорукий немножко. Пам-парам-парам-парам. Там-тарам. О, картина! Давно я картины не собирал. Пах! Так, где выход в туннель? Вот он, выход в туннель. А вот, кстати, и руна. Ням-ням-ням-ням-ням. Я, конечно, костяной амулет не собрал, но что-то он где-то там совсем не в лучших местах. Туннель к воротам. Вы можете вытащить часть ваших арбалетных болтов. Не понял. А, да, можно половину арбалетных болтов вытаскивать из из людей. Ну, они просто не ломаются и все. По-моему, там даже улучшение есть, увеличение крепости болтов. Так, что за амулет? О, боги! Да, под конец игры самый нужный амулет просто... Удушение происходит быстрее, спасибо вам. На самом деле, вот об этом амулете я мечтал, наверное, всю игру. Вот, и как бы он мне не выпал, это очень печально. Опять же говорю, здесь все амулеты, как я понял, рандомно выпадают. То есть совершенно неизвестно, как, чем и что ими движет. Вот, но это как-то вот так вот происходит. Так, куда мне? Есть какой-нибудь маркер? Ага, вот туда. Понял. Что он делает? Ничего не вижу.
Сейчас, подожди, тихо. Мне интересно, это, по-моему, это Пендлтон, нет? Не, мне показалось. О, привет! Нем. Нам. Что меня ударило? Странности вообще какие-то. Так. Как-то надо пробраться мимо всех этих вот засранцев. Хотя я, наверное, опять же поступлю, наверное, самым простым способом. Так, сейчас попробуем, наверное... Я не знаю, остановку времени заюзать, что ли. Вообще, самое простое, это, наверное, поступить, как я увидел финт ушами у одного чувака. Честно скажу, подсмотрел давным-давно еще, на самом деле, если честно. Как-то можно пробежаться вот по вот этой вот штуке. Так, у меня хоть и последние уровни сложности, но, наверное, попробовать стоит. Так. Как бы их всех туда... Может, можно как-то вот так вот сделать? Давайте, да, все туда. Так, тихо. Ха-ха, меня никто не запалил. Красота. Конечно, я столько зелий потратил. Ну, все-таки, да, стоит отдать должное. Я все-таки это сделал как-то по-читерски. Старые катакомбы. Отлично. Опять же, длинная какая-то локация. У нас получится очень длинная, великолепная серия. Так, зачем я это сделал? Может, можно на дом забраться? Блин. Так, кто у нас тут? Пуск катакомбы. Ну, ёшкин кот. О, амулет. Так, чё там? Иммунитет к чуме. Чуть меньше урона от плакальщиков. На самом деле, я сейчас уже не хочу собирать их не потому, что мне лениво, вот, а потому что они мне просто не нужны. Зачем тратить на это время? Так. Что-то у них там какой-то сбор. А, спуск в катакомбы. Хи. Вот так я все быстро и просто нашел. Странности. Я, наверное, мне еще по катакомбам там не так просто будет пройти. Ворота в катакомбы. Так, кто-то там помер. Ох, прошу прощения. Мужик. You're the mask guy who's been taking down all the lords and ladies. No way through this gate unless you got the sewer key. Only one place to get that key, and I wouldn't go there. Not for all. Ага, короче. Короче, какую-то тварь надо в подземельях убить.
Прям какое-то подземелье драконов. О боже ты мой. Воу-в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 оу. По-моему, эти штуки не считаются за живые существа, поэтому... А ну, открывайся. Наверное, действительно, только ради этого стоило качать увеличенный запас болтов. Блин, а больно бьют. О, они еще после себя что-то. Опа! Отлично. Что тут интересного? Старый ты болван. Вот опять тебе старая ветошь говорит, что ты разлюбишь виски в месяц ветра, а месяц ветра... Блин, месяц семян у тебя в глазах помутится, а месяц льда ты спустишься... Ты спустишь дух. Господи, месяц семян, месяц это, а я... О, боже! Ладно, давайте, это простенькая загадка. Я думаю, мои мозги совсем не скрипанут, если я додумаю. Так, месяц семян. Месяц семян, двойка. Так, дальше смотрим. Месяц семян, так. А, в месяц ветра, подождите. Месяц семян вот здесь. Месяц ветра, раз, два, три, четыре, пять, пятый. Так. Так. И месяц льда. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь. Хотя последнюю цифру можно подбирать. У них так сделано, что не надо на кнопку еще зажать при этом. Так, колодец духа. Так, отлично, прекрасно, здорово. В натуре класс. Так, куда мне нужно? Мне нужно в катакомбы, поглубже. Так. Слушайте, да здорово, арбалетные болты ко мне все-таки возвращаются. А вот сейчас мне бы перезарядка арбалета бы пригодилась, да? Ох уж я, на денежку жадничал. А она бы пригодилась. Ну, в смысле, не денежка, а то, что за денежку можно купить. Ой-ой-ой. Я же даже не знаю, куда плыть. Так, ничего, ничего. У Корва куча кислорода. Я уверен. О, можно подышать. Давай. А! Да, все, отлично. Вообще бесят меня вот такие подводные уровни. Ну, точнее, где нужно вот именно под водой что-то искать. Вот потому что это всегда раздражает. Ты не знаешь, куда бежать, что бежать, и чаще всего переигрываешь. Ну, я не знаю, может, только у меня такая проблема. Пам-п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 ам. Так. О боже ты мой! Бабуля, ты чего? Бабуля! Не буду я ее в печь бросать. But it's supposed to be her when she was young. Да, можно не убивать старуху? I won't go away. You can't kill me, and I can kill you. I control the clouds. They come and go at my command. Подождите, уничтожить. Что сделать? Блин, а я даже не знаю, это будет считаться за убийство? Ну ладно, я уж извините, я поступлю по совести.
all the others. Tired? Too bad for you. Granny doesn't. Now you'll see what I can do. It's too late for him, and it's too late for you. Так. Да я-то могу тебя найти. Ах ты! Давайте ее положим на кровать. То есть, видите, фактически я ее, получается, и не убил. А Слав Джо пускай делает, что хочет с ней. Ну это вообще-то... Это забавно. Боялись света, что думали, что она страшная ведьма. Потом мы выросли и решили, что она просто жалкая старуха. Так вот. Сперва мы были правы. Смешно, правда? С меня причитается. А это так, пустяк, но больше у меня ничего нет. Ну ладно. Уже все знают, что я Корва. Она, видимо, его это... Этот... Решила... Как это? Сжечь... сварить. Так, что тут интересного и вкусного? Куча денежек. Мне кажется, я встречусь еще... О, еще руна. Так... Корва, ты ходишь по интересным местам. Между молотом и наковальней. С одной стороны старая ветошь, с другой человек, который всю жизнь не расстанется с ножом и бутылкой. Ты выползаешь из затопленных руин, чтобы вернуться в паб, где последний раз видел Эмили. Где она сейчас? Что ты чувствуешь, зная, что союзники предали тебя? Удивительно, но все всегда верят в лучшее. Да я думаю, они ее не убили, вряд ли. Зачем? Да, вот, человек, убивший императрицу. Он был у тебя в руках, и ты позволил ему уйти. Ты меня поражаешь. Не, на самом деле, вот этот вот товарищ ассасин, он же раскаялся, ну, как я понял, да, то есть он говорил, что сколько он хочет подобраться к лорду Регенту поближе, да, чтобы его замочить, вот, и все, без толку. Так, не знаю, куда меня эта штука приведет. Слушайте, не, ну прикольно, я про ветошь даже... Честно говоря, и не помнил, и не знал, и... Блин, это забавно, ребят. А он что, уже коней двинул? Ну, видимо, да. Так, стоп, а это кто вообще? Видите, они все одинаковые. Болты. Пам-пара-пам-пара. А это тихо. Ага, вот она руна. Так. Видите, руна на самом деле сами в руки просятся, вот. Но не знаю, что еще можно взять, там, крыс там. Что-нибудь придумаем. Подождите. Сейчас наверняка тут что-то будет. Типа, да, вот такого. И все равно нам придется уйти направо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Буя! Горячая картошка. Честно говоря, вот была бы
точнее нет, этой игре бы вообще бы как-то она бы преобразилась бы, если бы здесь... Хотя нет, в принципе, никто же меня не ограничивает в том, что могу я убивать людей или нет. В принципе, это челлендж, который, ну, я, можно сказать, даже сам выбрал, и который вы мне предложили. Вот. Ай-яй-яй-яй. Кто-то меня кусает. Вот, поэтому, в принципе, вот, вот так вот можно, можно, да, я даже думаю, обычных людей убивать. Кстати, да, если вы возьмете... Так, акробат, вылазайте быстрее. Кстати, вот вместо духовности... Нет, духовности я не могу. Толстая кожа, максимальный уровень здоровья. Так, подождите. Сердце... Ладно, я что-нибудь сейчас придумаю. Вот. Можно, в принципе, прокачав вот это вот, кстати... Сейчас умение вот это вот, да? То есть превращается в прах все убитые вами противники. То можно реально подрывать вот так вот людей. Вот, по-моему. И они будут превращаться вот как раз-таки в пыль. Попом-попом-попом-попом. Выход из катаком. У-у-у! К пабу. Отлично. Так, а, кстати, смотрите. Да, я, кстати, никого не убил. Это радует вообще. Нашел собственное снаряжение. Убил ветошь по просьбе... Я ее, кстати, не убил. Я ее только придушил. Не придушил, а ее дротиком усыпил. Вот. Ну и, соответственно, ни разу не обнаружен. Меня обнаружил плакальщик. Причем, по-моему, дважды. Вот. Но не суть. Ну, основное задание, как обычно, выполнил. Вот, как бы это галочку поставили. Вот. Так, Песья яма. Отлично. Это паб. Ну, в общем-то, я считаю, что на этом выпуск подошел к концу. Вот, спасибо вам огромное за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось. Вот, и рассказывайте друзьям. Еще будет много интересных игр. Обязательно подписывайтесь, подписывайте друзей. Без их ведома. Вот, в общем-то, на этом у меня все. Спасибо вам огромное за просмотр. До новых встреч, пока.